Когда я думаю о победе Иисуса, я вижу, что мои ноги стоят на твердом камне. И именно так я себе представляю победу, на которой я стою, на победе Иисуса. Мои ноги не поколеблются. Смотрите, вокруг может быть не все неустойчиво. Вокруг может быть болото, тинистое болото, неустойчивость. Если вы ступите ногой туда, земля уйдет из-под ваших ног, вы можете провалиться. Но когда вы говорите, вот это мой камень, на котором я стою, я буквально себе представляю камень, и это мне помогает. Мои ноги, они стоят на твердом камне. Это мое основание, победа Иисуса, сила, которой я была облечена свыше.